Если бы я умел рисовать, я бы нарисовал, конечно же, себя. Потом бы нарисовал своих друзей, своих коллег. Как мы работаем, как мы снова работаем. Конечно, я бы нарисовал ее. Какая она разная, как мы встретились, как стали ближе, как мы скучали друг по другу. А потом я бы обязательно нарисовал нашего сына. А потом сына и дочку. А потом всех наших детей. В общем, если бы я умел рисовать, я бы рисовал будущее. Прими участие во втором конкурсе иллюстраторов СССР 2061. Каменный пояс. Нарисуй свое будущее. Будущее, до которого хочется дожить.